30-я всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2012», посвященная зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, состоялась. 19 февраля на лыжную трассу в Заречном вышли более 1000 человек. И это были не просто спортивные соревнования, а настоящий городской праздник. От всей души поздравляю вас с этим замечательным спортивным праздником «Лыжня России», который в 30-й юбилейный раз проходит на территории всей нашей замечательной страны. От всей души желаю вам сегодня всем отличного настроения, хороших впечатлений, хороших стартов и, конечно же, крепкого-крепкого здоровья. В программе гонка хорошо подготовленных лыжников, VIP-гонка, руководителей городских организаций и старт для всех любителей здорового и активного образа жизни. Самому взрослому участнику соревнований 83 года, а самым юным всего по 5 лет. Хорошая погода и массовые создавали позитивный настрой у всех участников гонки. Дистанция отличная, погода отличная. Далась тяжело, так как лыжник из меня, мягко скажем, никудышный. Поэтому, для того, чтобы поддержать коллектив, для того, чтобы люди видели, что для массовости я здесь. Сложно было? Нет, мы спортивные люди. А соперники сложные были? Соперники вообще, я их не видел, они все вперед убежали. Кто сегодня сидит дома, что бы ты им советовал, что сказала? Почаще сюда ходить. Это очень, нравится, настроение поднимает. Очень хорошо, мне очень понравилось. После гонки каждый мог восстановить силы горячим чаем, солдатской кашей и даже полакомиться шашлыком. Кульминацией же праздника стала церемония награждения. В числе победителей – Денис Климанов и Марина Сысоева, Андрей Полуянов и Людмила Винокурова, Александр Сигаев и Екатерина Решетникова. Подарки получили призеры, возрастные участники и малыши. Проигравших же не было вовсе. Заряд бодрости и хорошее настроение на таких состязаниях гарантирован всем. Сергей Пруцкий, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».